Настаўніца Кацярына Лузганава і сама актыўны юзер, але маштабы пераходу вучня ў віртуальнае жыццё насцярожваюць нават яе. Пра тое, што робіцца ў інтэрнэт з люстрою, яна вырашыла даведацца простым спосабам. Зарэгістравалася пад выдуманым нікам. Не нужно, я говорю, читать каких-то комментариев, не нужно читать их личные сообщения. Стоит просто посмотреть их стенку. Они добавляются во все различные группы. Группы, которые содержат всякие нецензурные разговоры. Все, что он думает, хорошее, плохое, даже не свои мысли, он выбрасывает на стенку. На уласных сторонках рупливая вучаніца пераутвараецца ў разбэшчаных стервачак, а хлопцы ў герою вулічных боек. Самыя цікавыя старонкі педагогі раздрукавалі і перадалі бацькам. Чаму родители интересуются, что происходит у ребенка в школе, что происходит у ребенка во дворе, но не интересуются, что происходит в социальных сетях. А это своеобразная интерпретация, наверное, двора, улицы, школы. По официальной информации, интернет-карыстальников у Беларуси амаль 4 миллиона. И, вядома, большая частка из них – школьники и студенты. В социальных сетках сядят перед занятками, после и за мест их. Всегда проверяю новости, сообщения, без этого не обходится. Вот. Даже в школе иногда захожу с телефона. Вось только узровень интернет-культуру юзеру кульга и окажутся на обедве ноги. Если в семье ребенка не принято ругаться матом, он у себя на стене ВКонтакте не будет вывешивать каких-то пошлых картинок, либо каких-то матерных статусов. Почему ребенок так делает? Может, ему не хватает внимания, может, ему это недостаток культуры какой-то элементарный, да? А может быть, просто родители не объяснили. Раз родители не объяснили, значит, объясняют учителя. Калі вы не ведаеце, чым займаюцца онлайн вашы дзеці, дастаткова зафрэндзіць іх. Для таго, каб стварыць адпаведную старонку ВКонтакте, нам спатрэбілася літаральна 10 хвілін. Зараз мяне клічуць Оленька Рыбанька і мне 18 год. Давайте знаёміцца. Профілактычныя размовы на конт бяспекі і абароны ад інтэрнэт-махляроў ці распаўсюджвальнікаў наркотыкаў сустракаюцца з галоўным аргументам школьнікаў «не чапаць маё ўласнае жыццё». Да некаторага часу, дадаюць педагогі. Седа Каспарова, Юрая Ласцоў, навіны Магілёў.